Я думал, за эти годы в этом приложении хоть что-то поменялось. Но зайдя в него и полистав хоть немного, я понял, что тут только хуже стало. Никому не советую полезть снова в эту кучу Всем привет. Я думаю, уже многие знают, что представляет из себя Лайк и, в принципе, его ролики. И сегодня я хотел разобрать комьюнити ГД в Лайке, что я делал с Япи еще давно. Думаю, не буду затягивать и сразу приступим к роликам, которые я отобрал в этом Лайке. Ну и что мне первое попалось в этом шедевроприложении, это где чел просто проходит какой-то легкий челлендж со спидхаком. Ну, вроде легит, ну ладно, давайте просто приступим к следующему. Тут нам делает чел предложение, от которого просто не устоять, и всего лишь за хэштег «хочу приват». Ребят, давайте постом бежим, делаем эти хэштеги, все-таки приват очень обалденный, от которого вообще ноль инфы. Так что, ребят, делаем этот хэштег и получаем чудесный приват. Ну, ребят, дальше ролик, который просто без комментариев, просто сами его смотрите. First race. Insane. Anarchy. Easy Demon. Demon Mickey. Medium Demon. SR Band Action 2. Card Demon. Nine Circles. Insane Demon. The Kiverns 2. Extreme Demon. Red World. Ну, чё поделаешь, эксперт-лайкеры, ну, давайте лучше перейдем к следующему ролику. Да, и таких подобных роликов в Лайке просто до кучи. И также там куча роликов с каким-то уровнем, с неподходящей музыкой, вот, к примеру, вот этот. Ну и также это. Просто эти ролики вообще не несут никакого смысла и просто какую-то музыку ненужную вставляет. Ладно, давайте переходить к следующему ролику. Има, сама пака, так еще и с модераторкой, и в Лайке, так еще и можно ответы задать. Има, но тут не устоять. Ладно, давайте без рофов и просто перейдем к следующему ролику. Има, что это за верх ума сравнивать онлайн файтинг с Geometry Dash? Ладно, упустим момент и просто перейдем опять к следующему ролику. Ну, тут ничего особо не сказать, просто чел. Ну, наверное, легитно прошел Sonic Wave, типа в Лайке недопонятый гений. Да. Ну что, мол, на роликах, где просто прохождение или всякие уровни, можно теперь поглядеть на ролике, где есть та же монтаж. Сейчас я буду играть на этом уровне. Самый сложный. Самый сложный. Тут, в принципе, даже его голос не разберешь, и на подметочку у него даже вторая часть прохождения есть. Ну, я ее по своим причинам не стал смотреть. А лучше посмотрим просто другой ролик. Тут чел просто со спидхаком под какой-то фон проходил ретрей. Если чё, этот ролик я ускорил, он просто в замедленном виде проходил его. Пипец. Вы, наверное, подумаете, что самое бессмысленное в этом Лайке это уровень под рандомную музыку или что-то подобное. Но самое бессмысленное, что я видел, это вот это. Вверх качества. Ладно, может в следующем ролике что-то получше будет. Ну, судя по всему, я многого хочу. Хотя мне на просторах Лайк попался ролик, где чел делает ролик и просит за это лайк или подписку. Ну, посмотрим, достоин ли он этих требований. Всем привет, я начинающий лайкер,
Надеюсь на актив и лайки на этом аккаунте. Сегодня я вам покажу мой любимый уровень Вадим Айди 70 009 608. На этом все, всем пока. Да, ладно. Давайте тогда просто перейдем к последнему ролику, потому что я уже это не могу выносить. Ну я просто не понимаю, либо у них разум просто не дорос, или что-то другое, но они проходят с читами, надеюсь на то, что им поверят, или это в рафлянку. Капец, это комьюнити, оно очень странное, так как там все просто однотипные официальные уровни, либо какие-то онлайн уровни популярные, либо еще что-то в этом роде. У него нет своего шарма, просто тут какие-то нарезки ютуберов или просто какие-то уровни под какую-то рандомную музыку, либо тонны кринжатины, которые я показал в этом ролике. Просто, ребят, не советую скачивать это приложение, потому что оно лаганное и просто аналог TikTok намного лучше. Да и в принципе комьюнити там какое-то отстало и в основном состоит из детей 7-10 лет. Не 70, а 10 лет, если чего, так на заметку. Ну вот, просто листаете ролики, тут просто такая скукотень. Я вот смотрел, и максимум, что было интересно, это вот эти кринжовые ролики. Ну вот реально, что я в целом могу сказать о комьюнити, оно какое-то отсталое, неинтересное, все однотипное и немного тупое. Реально, не хотел никого оскорбить, но тут просто никак не обойтись без этого слова. Просто никому не советую входить в это приложение, вы там ничего для себя не найдете. Просто реально скачайте TikTok или просто на YouTube все смотрите. Ладно, ребят, просто уже какой-то негатив пошел, надеюсь, вам ролик понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше новые видео будут. Всем спасибо и всем пока.